первый вопрос. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа? Одинаково. Одинаково, супер. А если бы ты имела суперспособность, то какая бы она была? Спасать людей. Спасать людей? Да. Это такая способность? Не знаю, может там глазами стрелять, там будущее видеть, телепортироваться. Тогда невидимка. Невидимка? Да. Классная штука вообще, невидимка. Ваш девиз в жизни? Победа. Победа. А что больше всего ненавидеть? Ложь. Ложь. Любимый цветок? Роза. Белая роза. Почему вы считаете, что вы должны выиграть? Ну, потому что я лучшая. Как вас ласково называют дома? Лапочка. Лапочка. Как часто вы врете? Через раз. Через раз, да? Понятно. Будем смотреть, как отвечали на ужас. Да. Какое самое оскорбительное матерное слово для вас? Не знаю даже. Я не смогу это воспроизвести. Все, понял. Для чего вы создали свою страничку в Инстаграм? Для того, что в телефоне мне недостаточно памяти, и самые лучшие кадры я сохраняю все в Инстаграме. И что потом, когда бабулька открыла, я такая, а, вон какая была. Ну да. Так, сколько было лет, когда вы в первый раз поцеловались, и где это было? 21 год. Где было? Я даже не помню. Мне больше 21 год. Кажется, в карамели. В карамели было? Супер. Что бы вы хотели в себе изменить? Внешность. Что именно? Я бы нос поменяла. Нос. Понятно. Что должно такого произойти, чтобы вы свою страничку удалили в Инстаграм? Может, потеря близкого? Но из-за этого бы я удалила. А так мне ничего не стоит. Понял. Что бы вы выбрали? 10 баксов или 100 баксов? Нисколько не выбрала бы. Что бы выбрали? 100 баксов или одного друга? Я одного друга. Что бы выбрали? 10 сантиметров или 20 сантиметров? Смотрю, что. Просто 10 сантиметров или 20 сантиметров? Не знаю. 10 сантиметров, наверное. 10, понял. Если каблуки, например. Все, понял. Потому что на 20 я упаду. Каким нужно быть человеком в Инстаграме, чтобы вы под него подписались? Интересным человеком. Чтобы у него был какой-то другой мир свой. Чтобы мне стало интересно изучить его. Понял. Ваш идеал мужчины? Добрый и умный. Добрый и умный. Угу. Супер. Ну и пару фраз на французском. Je t'aime. Je t'aime. И все. Bonjour. Bonjour. Comme ça va, и как там? Comme il soit. Comment je vous. Ого. Combien je vous. Если бы вы выбрали команду мечты, кого бы выбрали из участниц? Нужно назвать трех, да. С собой один. Нет, команду мечты, если выбрали, вот если была возможность сделать команду свою. Из наших участников? Да, из наших участников, кого бы взяли? Кого бы взяла? Трех, да? Да, трех. Я бы взяла, конечно же, Александрию, ага. Даяну Босс, ага. И, скорее всего, или Амину, или Адину. Ага. Ну, кого-то из них, ага. Двоих. А точно Даяна Босс и Александрия. Александрия. Да. Все. Супер. Спасибо. Все. Да.